Всем привет! Вы на канале Птицы Региона. Приятного просмотра! Всем привет! Сегодня снега у нас еще больше. Середина марта. Продолжаю дальше делать. Отсаживать канареек. Буду их оставлять по парам в клетках. Сейчас поставлю гнездо. Я вот такое вот гнездышко сделаю. Вот такие. Это кокос пополам распиленный. Буду его ставить. Здесь будет пара. Канареечка самка и щегол. И будут они здесь сидеть, посмотрю. Может что-то и получится. Прикрепил гнездо. Сейчас немножко украшу веточками. И будет хорошо, красиво. Красота не главное, конечно. Так, ну, поилку поставил, осталось только воды налить, корма насыпать. Минеральную подкормку я поставил. Материал для гнезда, чтобы внутри канарейка делала, тоже сделал. Сейчас пойду птицу поймаю и буду пересаживать. Поставил я клетку. Вот такой щегольчик. У меня вот просо, рапс, канареечник, разнотравья вместе с семечкой чуть-чуть, чистая разнотравья и семечка лущеная. Я смешиваю и все птицам даю. Здесь у меня также сидят еще канарейка с чижом и канарейка с зеленушкой. Зеленушка там в ветках сидит. Вот такой корм получился. Пока в такой кормушке, потом постараюсь найти другую. Наверное, поилку надо в другое место поставить, чтобы вам было лучше видно. Поилку переставил я. Как-то так, друзья. Нашел я другую кормушку, пересыплю. Я думаю, это будет лучше. Подписывайтесь, друзья. Всем спасибо.